собственно, болото. Всем еще раз здравствуйте. Всем, кто подошел к нам, кто смотрит на ютубе. У нас болото, за которым нас ждет Шадар, поэтому давайте не будем заставлять его ждать. Сейчас игра немножечко дозагрузится, доотлагает. Вспомнит, что она должна работать. Так. Ну да. Левитирую. Кстати, да, я тут чуть-чуть побегала, и я пришла к такому же выводу, что здесь надо левитировать. Здесь ядовитые какие-то лужицы неприятные. Да стой ты! Тюкай! Да тюкай уже! Как мне бесит, когда они огибать начинают врагов. О, да ты что ты говоришь? А он нам нужен такой. Сваламандра. Кто хочет быть сваламандрой? Чашечники. Кофеманы. Кто хочет быть сваламандрой? Сваламандрой. Вот такой. Гля какая. Свалла. Слушай, это что-то скандинавское. Сваламбрукс. Свалетта. Это мое второе имя. Просто Свалетта в Туманетто. Робин успела раньше. Ой, так, убрать. Как там делались пробелы? Здесь, правда, они тоже есть, я не знаю, зачем я туда переключила. Прям ровненько. Клавой, да, можно же. Я забываю постоянно, слушай. Но мне сказали под конец игры, блин, что можно клавой вбивать. И я забываю постоянно. Ой, глаз чешется, подожди. Ой. Так, а чё, Робин, может у нас? Это жучок, смотри, кстати, мне подходит по классу, скажем так. Здесь магическая защита и просто защита. Ну, такой, серединка на половинку, но при этом быстрая довольно, да? Слушай, она прикольная. А что она? Диверсия? Какие вообще приемы потенциально? Огнефырк? А что любит, интересно, кстати? Ой, блин, что-то глаз чешется, пипец. Подождите. Правый прям очень... Ой, хорошо. О, господи. Прям вот во внутреннем уголке, прям вот очень глубоко там где-то чешется. Ой, боженька. Знаешь, вот когда кошки за ухом чешешь, и она голову наклоняет, вот я так же сейчас просто... Ой, Гитфер, привет. Так, ну давай проверять. Это точно не шоколад у нее. У нее должна быть либо защита... Ой. Эмили Пейс, привет. Это точно нет. Магическая защита. О, хорошо, прям штырила, найс. Смотри. Хорошо. Хотя можно было бы еще, кстати. Ой, хорошо заходит. Кстати, я немножечко откормила здесь наших ребят. И на сердежке развела. Единственное, что тролля нужно еще немножко задобрить. Но потом он немножко переварит то, что нажрал до этого. Ансомер, привет. Ребят, всем дратути. Всем добро... Бляха. Неудачно наступило. Яд же проходит, да, со временем? Да.
Так, опять вот эти. Ну давай, они здесь на нас прям кидаются, значит, они довольно высокоуровневые. О, господи. Так что надо бы как бы вот это вот. Кто же знал-то? Что Мортолекс у нас оказывается промпта. Больно. А что-то, что воскрешает, у нас есть? Уж я не помню, если честно. Ну, это немножко не то. Кстати, когда фамильяр набирает 4 сердечка, то начинают выскакивать сами в бой, когда у хозяина лоу хп. А, да? Прикольно. Ой, ну давай. Вставай, Ориба! Да замочите вы уже эту козявку, господи. Господи, сколько проблем-то на ровном месте. Заклинание на воскрешение. Ну, у Оливера оно вроде есть, а вот у остальных он же помер. Сам себя не воскресит? Никто не воскресит. Никто не воскресит, вернее. Ну, давай, слопаем. По одной, так сказать. Хопнем по одной. Давай сразу залевитируем. Во-первых, поиск сундуков. Хотя бы посмотри, где что стоит. Один только на пути, прям серьезно. Не, ну кто я такая? Ага, один на пути, это... Подожди, в смысле? В чем проблема? А, потому что в этот стреляет. А почему? А чё он не подсвечивается-то тогда? Кто напал на меня, боже мой? О, две йорки! Ну... Не-не-не. Сундук показывает только на открытой местности, кроме зеленого. Все сложно. Остроежик, здорово. Так, реклама. Нам с вам золото. Получите, распишитесь. Так, а как туда? Это тот, в котором надо стрелять? Нет, это синий. А в чем проблема тогда? Ты же левитируешь, твою мать! Так сложно. Ну да, ну да. Один сундук, конечно. Костюм кого? Мертвеца? Dark Souls какой-то. Делать сбивающий с ног атаку неэффективной. Насколько сильно? Ну, не намного. А, угу, здесь не работает так. Здесь золото темное не нарядишь, не нарядишь. Ну, нифига себе разница, смотри, защита. Ну, не так, что прям сильно, зато вот магическая защита падает, пипец. Кстати, насчет шлемов. Маска. Шреддера.
Ну, вполне. Ну, он же тьму не атакует, да? Угу. Борщец, блин, спасибо. Слушай, ну прям не знаю, с этой тряпочкой. Прям что с ней делать. Штормоводение как-то, ну, здесь не очень. Точнее, менять их не очень. Пуще будет, как есть. Да, камон. Дёкай! Эстер, ты влечилась там как-то. Я понимаю, что у тебя чувство сохранения отсутствует, но... Но всё-таки... Ох, как левитация сейчас закончится в этом болоте, твою мать! Ожидаемо, конечно. Какая-то неудобная карта. Скажу вам, да господи. Тихо, не бухти тут на меня. Так, сундук, вижу сундук. Мне эти места почему-то напоминают... Красный. А, почему-то болото в Фейбл в первой... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да, камон. Ой, господи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лечись, лечись, лечись быстрее. Да что ж все такое? Господи, да яд так не вовремя. Мы вам за всю игру столько не помирали, блин. Как на этих болотах. Так, а можно выйти отсюда? Пожалуйста, вы меня зажали в конце локации. К стенке прижали, господи. Двух секеры тут. Ой, давай, короче. Помирать, погибать, как угодно. Просто по тупости что-то с вот это вот. О, даже убежать смогу, смотри-ка. Неудобная локация. Блин, а вот действительно, зачем я тогда Оливера воскресила? Я что-то забыла, что когда бой заканчивается, они воскресают, в принципе, автоматом. Надо добежать, на самом деле, до сейва. Болото, мое любимое. Да не, локация это нормальная. Просто что-то я в яд наступаю как-то всегда не вовремя. И на половине здоровья вырываюсь в бой. И это как-то все максимально неудачно получается. Сейчас я хочу обогнуть его и сохраниться на халяву полетиться. А потом начать заново, так сказать, с чистого листа. Потому что-то как-то плохо зашли в локацию. Я еще просто мыслями в книжке, которую я буквально вот дочитывала, вот только-только перед стримом. Поэтому как бы да. Я делала абсолютно так же. Ну, да. Просто еще проблема, я почему-то не знаю почему, вроде ни во что другое мы сейчас не играли, чтобы у меня были какие-то неправильные впечатления. Я не смотрю на мини-карту, потому что я же не могу переплыть на другой, на соседний островок. Если там конец как бы мини-карты, то есть доступные зоны, по которым ты можешь ходить. А я почему-то смотрю именно вот глазами. Потому что какого хрена я левитирую, а там островок у меня вон напротив. Какого, спрашивается, хрена? Я не могу пройти. А то, что на карте нарисовано, что конец как бы вот этого коридорчика. Тут мой мозг сегодня... Ух ты, да ты что ты говоришь? Мой мозг сегодня как-то не готов это принять. Кто хочет быть солнцебродом?
кто хочет быть солнышком? Фиолетовым, конечно, тем не менее. Вот таким. Кто хочет быть? Орбитий. Сферус. Небоход. Остроёжик. Слушай, это да. Это да. Ну как-то... Как-то вот так. Пруша, здорово. Все равно ежей тут нет. Ну-ка да. Так. Это финальная стадия, солнышко? Или нет? Потому что что-то как-то сложно понять. Ну ладно. Так. Что там? Где там сундук-то, говорите? Вот эти вот буги. Это кишка вообще у нас была. И вот эти буги, буги, они подходят, в принципе, нашему Свену. Свейну. Свен был в книжке, черт. Мать. О, очень хорошо. Тихо, тихо, не надо, ты что, с ума сошла? Зачем так больно? Ой, бежим, бежим. Не бей меня, я жить хочу. Альдемир, привет. А пиявка или утильщик? Это была... Это вообще был призрак, типа. Призрак со Светькой. Вот такой вот. Ну, коль у нас это была хишка. Можно так... А вот того буги отпустите, чтобы вот это была кишка. Тем более визуально даже подходит, да? Я имею в виду кишка. Так, да? Все правильно? Да. Жалко вот склад там далеко. Бандерлок. Угу. Так, ничего не порадуешь. Эспрессо на секундочку. Вот это нифига себе. Кацай, привет. Вот это щедрый подгон, я бы сказали. Так, ну пора взлетать, по-моему. Жалко вот по вот этой иконке слева, лично у меня как-то очень плохо получается понимать вообще, сколько там еще действовать будет это прекрасное заклятие. Ну да ладно. Блин, вот эта атака адская на пол хп. Мочилово-то пошло такое страшное. Ну, плохо качаемся. Так, куда я там шла-то? И чё? И во имя чего это всё? Я уже все сундуки, наверное, проглядела, потому что мне что-то так отсвечивает. Что-то пролететь.
Темная какая-то локация. Так, что-то зависло. Кто? Что? Да ладно, что-то хорошо-то. Давно хотела ее поймать. Так, ну что там? Солнечный кристалл. Так, кто хочет быть экс-сукубом? Экс-сукуб. Давайте, у нас есть вакантное место. Кофеманы, подключайтесь. Вакантное место женщины. Приз с книжкой, с надгробием, я бы сказала, ну ладно. Я бы сказала, что это Йору, на самом деле. Если предположить, что это книжка. Потому что суккубы, разврат, книга в руках, ну как бы... Ниночка хочет, да? Так, господи. Томик Яоя, да? Не ночь. Не ночь. Ну, не влезет все остальное. Можно мне. Ну, уже вот Ниночка застолбила. Как я понимаю, да? Вот то, что вот этот вопрос выше. Потому что можно? Это было, я так понимаю, типа можно мне? Поэтому. Ниночка! Здесь ничего нет. Где там был сундук, который я все никак не могла подобрать? Он где-то там же был. Тихо, бляха, тихо, нет, подожди. О, как ну, да ты что, ты издеваешься, что ли? Ой, да камон. Вроде все очевидно, но что-то как-то мне плохо видно вообще. Темно тут страшно. Господи, а ты-то что такое? Спортсменка, там сам просто красавица. Тихо-тихо. Фу-фу-фу на тебя. Лечи нас, женщина! Ничего, в защиту зря встала. Ой, господи. Замечательно. Пока я за этими, блин, сундуками буду летать, заодно и прокачаюсь, по ходу дела. Они здесь прям так респаунятся активно. Никогда такого не было. Прям перед носом появляются толпами. Надо поймать еще трех фамильяров, а назвать их трус, балбес и бывалый. Жалко, нельзя фамильяров, честно говоря, переименовывать. Прям упущение. Вот это кто. Я никогда вот этой хренью не пользовалась. Надо бы попробовать. Испытать удачу. Вот вообще хаза, что-то такое. Подожди, а где там? А, вот оно. Да? Беги!
Во, вылечила, ура, слава богу. Я уже думала, не даже. Слушай, давай попробуем. Нифига. А если еще раз? Не сработало. Не, сработало. А в чем прикол слепой удачи? То есть на кого бог пошлет? Нифига. А царь зверей, что это? Давай что-нибудь подешевле возьмем для пробы. А, черт, поздняк. А ману забрали, да? Как обычно это бывает. Ладно, хрен с ним. А забрали ману-то? Походу, да. К машина, привет. Ребят, всем здравствуйте. Мы тут что-то упарываемся на болотах. Долбим в жопу бегемотов. Точнее, на сапилов, но... Неважно. Хорошо получилось, да? Как по писанному. Мне кажется, эту локацию такой специально сделали. Специально сделали с этими сундуками, чтобы пока ты летаешь туда-сюда, ты как раз подкачивался. Можно сразу, пока и нельзя были. Так, ты меня не видишь, я тебя не знаю, мы разошлись как в море корабли. У-у-у. Тихо, тихо, тихо. Не надо. Не надо. У меня еще будет возможность. Помацай попу на сапила, только на нашем болоте затригило. Кто-то вошел во вкус, а? Тихо, тихо. Ух ты ж, срань господня, что это было? Отпусти, отпусти, перестань, одумайся. Пацан, ню. Не трогай металлитяны. Боже мой, у меня, короче, длинный шарф, ну такой, такой очень широкий, на плечи накинут, чтобы спину, в спину не дуло, там вообще потеплее было. А у него на конце... кисточки. И, короче, что-то у меня шарф соскользнул с кресла, и вот эти кисточки мне щиколотку защекотали. Господи, как я не заорала. То есть, в этот, если бы это был какой-нибудь другой момент, другой день, я бы, наверное, подумала, что по мне кто-то бегает. А сейчас как-то так спокойно, типа, ой, что это такое было. Но это было близко. Анимайтесь, привет. И это прям было близко к провалу. Так, это что такое за ответвление подставное? Сюрприз инфаркт. Ну, что-то вроде, да. Хидео Кеншин, привет. Дратуй, дратуй. У тебя утро, потому что как бы у тебя режим в жопе, или утро, потому что часовой пояс? Так, а что я хотела? Крепкий кофе. Залиться кофеем. Хотя бы чуть-чуть, давай. Зря я, наверное, это делаю. Утро по часовому поясу. Нифига себе, ты где обитаешь? За бугром, что ли, где-то? Так, вот что-то я зависла. Вот так вот. Не надо. Нет, кишка!
Чего? Что произошло? Не понял сейчас. Великое заклинание Никича! Смотри, как он бегает смешно. Никич! Никич тех победил! Хорошо бежит, смотри. Ой, сейчас, ребят, почитаю, дайте немножко прийти в себя после такого. Как бы полезный Никич, а? Смотри. Гля, что делает. Ой, так он заканчивается немножко. Слушай, по-моему... Нет, кажется. Да затюкли ты его. Здорово, что ты проходишь не на кунг. Я играла во вторую часть, решил поиграть в ремастер, но из-за непривычного управления забросила. Ну, интересно. А мне вот вторая часть что-то как-то не зашла. Слишком... Ну, короче, да. На Твиче здесь, в принципе, есть сохраненные стримы. Можно посмотреть. На Ютубе они тоже есть, если Ютуб интересуется, но... Как бы вот. Аврорыс не поймали? Не. Она нам попадалась всего один раз, я даже не помню где. И, ну, не свезло. Так, что я хотела? Я хотела вылечиться. Может, через заклинание как-то? Вот. Спасибо. Только не падай в ложу. Слава богу. А, ну да, я же не могу туда, в принципе. Так, подожди тогда. Странненькая локация, какая-то дисбалансная. Вроде не очень сложная, но при этом некоторые враги вам шотают с какого-то хрена. Я тебя вылечу, не знаю. Только сама там не лечись, подожди. О, боже. Вот когда надо, она не лечится. Когда не надо, она вот тут как. Что такое? Тихо, тихо. Отдайте мне штучку. Тихо. А, это же солнце. Нафиг. Так, я провтыкала, откуда у нас Хидео. Из какой-то такой страны. Что утро на дворе. Все провтыкала. А в ледяных пещерах не попадали, что ли, в ваншотные атаки? Нет. Я не помню. Ну прям так... Бляха, что-то я вообще как-то странно летаю. Видел на стриме Джека зафоловился. Да я тебя помню. Бывает, конечно, такое иногда. Я что-то запоминаю. Что обычно так происходит? Обычно такое происходит не так часто, потому что... Все-таки... Разные люди, разные стримы. Зашибись.
Эти ледяные королевы направо-налево убивали. Не, у меня такого не было. Мне немножечко дамажили вот эти тюрбандиты, вот эти морозом своим. Но это было довольно недолго. Потом я поняла, что нужно сразу их выкашивать первыми. Все пошло как надо. А бабоньки у меня были довольно пассивными. Ну как? Ну я не ощутила от них какой-либо боли. Не успела ничего сделать. Что, не заманали меня ваншотать? Откровенно говоря. Прям подзадолбали. Я вроде и хочу и сундучки собрать. Вон он, прям по курсу, вон. Черт, ну как западло. А, вот здесь тоже, что ли, отравлено? Серьезно? Ах, твою мать. Ладно, подождем. Либо забьем вообще. А вдруг там что-то хорошее лежит? Да боже мой. Короче, нафиг, понятно. В город снег оставил? Да, мы... На второй день сразу. Практически сразу же. Так, не-не-не, иди нахрен, ради бога. Мы сюда пришли за сундуком. Так, что мы там по здоровью? Не хочу их лечить от отравления. Шли бы они. Полечить бы их просто. Угу, класс. Где там сейф-то был? Халявный. Хары Травицкому. Проще, по-моему, было им реально про тебя иди в зубы затолкать! Давай, давай свалим. Если получится, конечно. Сбежать. Хрен там плавал. Бесит, конечно, когда ты пытаешься сбежать, ты какое-то время стоишь вот тупо вот так вот, да, и получаешь в лицо. Хана мне, короче. Походу, если сейчас не смогу сбежать, то все. О, сбежала. Нормально. Блин, нафиг я вообще пытаюсь здесь что-то ходить за этими сундуками? Бежала бы уже дальше. Сундуки, сундуки, нахрен это надо. Чем я занимаюсь в своей жизни? Просто за что, зачем? Вот мне уперлась, да? В смысле эти? Не, ну вы видели эту наглость? Это заклинание, которое скрывает тебе туман. Да я знаю. Но надо бы качаться. Потому что, видишь, здесь враги нападают. Значит, они достаточно прокачаны, соответственно. На таких надо качаться. Чтобы потом на боссе было не очень больно. Да и вообще, в принципе, не больно. Ну или нет. Не так больно. Я понимаю, что ты посохом не наносишь урона, но все-таки. Вообще, конечно, если вот летать за сундуками, наверное, имеет смысл, конечно, заныкаться в туман, где он там был. Завеса, да? Хотя просто за сундуками метнуться. По бырику. Так, и взлететь не помешало бы. Сундучки. Сундучечки. Они что-то подозревают, но вроде не до конца. Мерзотное болото. О, сохраночка.
Что-то летело за сундуками, попало к сохранению. Какого хрена? Не то, чтобы я прям жаловалась. Ну что нафиг, а? Вот эти два ответвления. Там сундучки какие-то, но... Вот только если вот сюда вот сходить. Посмотреть, что там. И успокоиться. Сохранение напоминает надгробие. Здесь много чего напоминает надгробие, если честно. Какое-то подозрительное место. Максимально подозрительное. Подстава какая-то, короче. Максимальная подстава. Невидимости. Да, вот этих проходимых нет. Безобразие. Черт, туман не вовремя рассеялся. Так, ну главное, чтобы меня сейчас не ваншотнули. Хотя и сохранение рядом. Ой, блин, не то. А? Главное, если сейчас у кого-то внезапно прокачается возможность мутировать во что-то более крутое, не делать этого, потому что иначе все упадет просто по статам. Лучше это сделать после. А лучше вообще, наверное, уже не делать, на самом деле. Оставить как есть. Потому что до финала-то осталось не так много. Я, наверное, просто тупо даже не успею прокачать до каких-то высоких уровней. Кстати, а вот кто играл, ребята? У кого какие были фамильяры? Какой у вас был набор? Потому что у меня какой-то очень странный. Мне кажется. Элементарно у меня даже нет ни одного фамильяра, на которого бы броня надевалась. Это феноменально. Разве уже конец? Нет. Ну, я не говорила, что уже конец, я говорила, что он... Да, нифига себе. Говорила, что он близок. Нифига себе, смотри, какая охрененно. То есть, получается, перед зданием в него включено DLC со Снежной Королевой. Так что до финала было бы недалеко в обычной версии, но в этой расширенной... Ну, не в этой расширенной. Но я смотрела перед этим стримом, сколько там осталось, я не могу сказать, что много по сравнению с тем, что мы уже прошли. А чё, подожди, Снежная Королева это DLC-шная, что ли? Серьезно? Лол. В свое время я повидал немало мрачных мест, но это просто не имеет себе равных. Я чувствую его, он уже близко. Шадар! Шакал! Не так он должен смеяться, ну ладно. А может, это не он смеялся? А, это же этот смеялся. Ну тогда нормально пройдет. Прокатит, точнее. Злосердец. Злосердец, вернее. Сколько ж тебя я ждал? Гогочущий слуга Шадары, я полагаю. Весьма наблюдательно. Да, меня зовут Злосердец. И лорд Шадар действительно мой хозяин. Именно он доверил мне это. Душелов. Душелов, Алисия в нем. Так и есть, Олли, если нам удастся вытащить ее оттуда.
Моя мама вернется. Ну, как тебе сказать? Да, из могилы там на кладбище рукой помашет тебе. Ой, слава мальчика, жаждущего правды. Злосердец, отпусти Алисию. Нет, ты уверен, что готов? Что? Что вы имеете в виду? Сам увидишь. Ну давай, давай уже. Он мне что-то сейчас напомнил, знаете, кого? Клоуна из DMC 3. Тоже появлялся, блин, перед лицом и ржал. Ну, он такой интересный, конечно. Товарищ. Ибра, привет. Его время прям на босса. Ну да, очевидно, что тьма это не для него. А его. Прям в лицо тебе, мразь. Блин, яд, что ли? Два раза подряд, ты с ума сошла? Что происходит, боже мой? Этот его злобовод? Что значит злобовод? Настоящий заноза. Обязательно защищайся во время этой атаки, Оливи. Защита — это лучше нападение, да? Да бляха. Ты бы меня не отвлекал в процессе? Давай посмотрим, что тут есть. Зашло, ну ладно. Где моя? У меня было что-то, по-моему. О, кстати. Во. Пойдет. Успела вроде защитить их. Ну, прожать я... Успела же прожать, камон. Защиту. Это безобразие. Идти тебе что-то плохо. Ой. Неудачненько. Я что-то как-то на ролях поддержки, по-моему, сейчас тусую больше, по большей части, ну ладно. Один фиг у нас главный дамагер — это металлитен. Один из, по крайней мере. Вы защитите в жопу. Блин, ну она все равно траванулась. Как это работать? Уж надо уже в нормальную атаку переходить. Какого хрена я там бегаю где-то хрен пойми где.
Я не хочу всем противникам, потому что слишком много жрет. Ну, клинок личности, да, стали юзать что-то как-то. Не очень хочется. Ну, они были в защите, слава богу. А чё со слепого удачи? Да камон! Я, конечно, понимаю, что они рядом стоят, но, блин, могли бы где-то дыхание задержать, я не знаю. В самом деле. Защиту я вам что, просто так прожимаю, что ли? Ой. Ой. Мама. Да иди ты нахрен, слушай, пора ронять меня. Бесит что-то. Да харе это делать-то, камон! Чё это за фигня-то началась? Вообще уже. Давай посмотрим хоть разницу. Какого хрена он не получил урона, а я при этом получила вот это вот. Я чуть не уловила, да? В этой жизни. Один хрен их отравит. А, и меня тоже, да? Вот тут это очень интересно работает, конечно. Ничего не могу сказать. Многовато что-то, да? Ай-яй-яй! Ты ж срань! Давай же срань! Ой! Что-то он загнал меня в защиту, я из нее выйти никак не могу. Меня это бесит. Вероятностью подавления. Ну, она прокатит тут? Чё-то я прям не знаю. Да босс не то, что прям мощный, он просто загнал меня в защиту, и я его не атакую практически. Потому что мои там, они, ну, так себе работают, скажем прямо. Какой смысл вообще в этой защите, если все равно она как-то через раз то сопротивляется этому отравлению, то ли вообще здесь не работает защита. В принципе, и здесь просто шанс отравиться, не отравиться. Да бляха, подожди. Еще он что-то атаковать начинает периодически вот эти своими жопой на меня садится. Вовремя.
Ой, зачем? Ну ладно. Ну вот, не повезло. Ну, конечно. Я хотела вызвать, и что-то ошиблась. Не скликнула. И опять мы отравлены, причем все. Эти дебилы сами не умеют, понимаешь, исцеляться от этого, от яда. Поэтому этой херней приходится заниматься мне. Сейчас у меня еще раз будет жопа на меня садиться, да? Какой шанс не сдохнуть сейчас? Беги, пацан! Да ты затрахал, ей-богу. Я еще от того яда не успела избавиться, он мне новый накинул. Блин, ненавижу, когда босс загоняет в защиту, ты бегаешь как дебил кругами и постоянно лечишься. Больше ты ничего не делаешь. Иногда даже когда у босса не так много хп, он может тебя просто задавить, задушить. Под конец он, кстати, начал немножечко подспамливать этим ядом. Поэтому, наверное, нет смысла просто сейчас даже что-то пытаться сделать. Одно дерево убило другое дерево, ура. Тупой какой-то, блин, ненавижу в защиту переходить. Вот ты постоянно бегаешь, лечишься, как только ты вылечишься, снова нужно уже лечиться. И вот это все по кругу, цикличность происходит. И ты не можешь из нее выбраться. Потому что твой товарищ толком там... О, вот у меня метаморфоза. Не дамажит. Орива, я уже это! Это Арисия-сама освободится! Да, Орива, но отец... Мистер Хнык? Мистер? Свейн? Что это за место? Что-то очень красиво, конечно. Вот эти отражения. Но что-то, мне кажется, мы в дерьме. Да, ожидаемо. Это в смысле? Чего? Вы видите, да? А как это работает? Это же Шадар. Подожди, я уже был здесь, в том сне. Приготовься встретить свою смерть, великий мудрец. Ты ошибаешься, Шадар. Я нашла способ победить тебя. Чего? Я отправлюсь в другой мир. Где-то там, в параллельном измерении, наверняка существует твое отражение. Если мне удастся спасти твое отражение, тогда и ты тоже будешь... О, это и есть твой план? Твой великий замысел? Тогда, боюсь, мне придется разочаровать тебя, видишь ли. У меня нет отражения. Нет, это невозможно без отражения. Как ты вообще можешь существовать? Я принял
превентивные меры и обрубил все связи с тем, кто был моим отражением, чтобы эту слабость нельзя было использовать против меня. Этого не может быть. Теперь ты видишь, что для тебя закрыты все пути. Как-то он по-разному каждый раз говорит. Все пути, кроме ведущего к твоей смерти. Нет, остался еще один. Души возрождаются спустя некоторое время. Что ты хочешь этим сказать? Хоть ты и лишил его жизни, он родится снова. Возможно, много лет спустя, но он возродится. Блин, по-моему, одна из моих теорий сейчас подтвердится. Бред, ты не можешь говорить это серьезно. Это был прорыв времени. Они считали, Алисия отправилась в прошлое. Нет, ты ошибаешься. Алисия отправилась в будущее. Я не понимаю, что все это значит. Правда, все еще ускользает от тебя, мальчик. То, что казалось в душелове, это не душа Алисии, а лишь ее память. Память о нашей битве, которая состоялась много лет назад. Но где Алисия сейчас? О, тебе лучше не знать. Чего? Той токоро кара. Аната ва ватаси га мамору кара. По-моему, две мои теории подтверждаются. Дайчобу. Минна то накаёку, не? Мама? Причем здесь моя мама? Ты разочаровываешь меня, Оливер. Это память Алисии. Это она отправилась в будущее. Это она сбежала в твой мир. И это она дала жизнь спасителю этого мира. Ну да, потому что игрушка почему была сделана еще с самого начала. Я думаю, блин, очень подозрительно то, что игрушка плюшевая выглядит как вот этот эльф. Почему он зачарован? Как это вообще? Какого хрена это работает? И плюс у нашего эльфа была там миссия одна. Короче, это была одна из теорий, но только что подтвердилась. Сейчас вот интересно, будет ли вторая. То есть Алисия была... Да, великий мудрец Алисия была твоей матерью. Бедная Элли. Но, ну, если моя мама из этого мира, где же ее отражение? У нее нет отражения ни в этом мире, ни в каком-либо другом. Такова цена, которую она заплатила за игры со временем. И она отдала свою единственную жизнь, чтобы спасти тебя. Тебе не удастся спасти свою мать, мальчик. Ведь тебе некого спасать. Теперь ты понял, у тебя с самого начала не было шансов. Не было никакой надежды. Ну, это неправда, неправда! Нет, мама! Блин, ну это ожидаемо, конечно. Еще с того самого времени, как она отдала вот этого плюшевого эльфа, который с каким-то фигом был зачарован. Оливер! Ох, почему ты никак не просыпаешься? Что ж там произошло-то? Сколько уже дней прошло с тех пор, как бедный Олли отключился? Я не знаю, я сбилась со счета. Ох, полный надежд. Открыл душелов. Но вместо того, чтобы выпустить Алисию, бедняга упал без сознания. Давай же, Олли. Может, это наша вина. Возможно, мы хотели слишком многого от тебя и твоей магической силы. Может, ты и прав. Постой, а куда делся Свейн? Он, полагаю, шляется где-то снаружи, как всегда. Вечно его нет, когда он нужен. Скажи, чтобы возвращался сюда. Нельзя же вечно здесь торчать, а? Нужно доставить Олли в безопасное место. Ты прав. Ну что ж ты, Олли, не оставляй нас, парень. Что не так с Оливером? Я молюсь, чтобы он поскорее очнулся. Я тоже молюсь.
Этот юноша погрузился глубоко в пучину тоски и отчаяния. Мы можем лишь ждать и надеяться, что он вернется из нее невредимым. О боже. Днями и ночами, да. Так, где свой? Надо, кстати, противоядие закупить. На дорожку, так сказать. Дороговастенько это будет. Я помню, что вот эту штуку хотела купить. Плохо, когда не видно остальных фамильяров, конечно. Сохраниться, идите. Свейн. Ну, Эстер, ты. Почему ты все время куда-то уходишь? Ты должен быть с нами, с Оливером. Как будто это имеет значение. Если я буду рядом, это поможет ему прийти в себя, что ли? Ну, поможет? Да дело не в этом, господи. Да я знаю. Оливер спас нас. Его магия нас спасла. Мы обязаны ему всем. Да, мы оба были опустошены, а... Теперь посмотри на нас. Мы ничем не можем ему помочь. Сейчас мы нужны ему как никогда, но ничего не можем сделать. Проклятие. Да, Свейн, все нормально. Не, ну, кое-что сделать все-таки можете. Например, умереть. Здравствуйте. Че там какого-то другого цвета? Мы ж тебя победили, алло. Вы думаете, злое сердце так легко победить? Нет, я рожден из отчаяния. Есть мы в сердце человека, а вокруг ее предостаточно. Что случилось? А вот надо вовремя на стрим приходить, Йору. Проклятие, что делать будем? У нас нет ни малейшего шанса без Оливера. Разве у нас выбора есть? Мы должны попытаться. Блин, рядом стоит где-то там королева, это Хулан. Позвать ее, чтобы она помогла. Сейчас подтвердится моя теория. Или нет? Оливер,確かにオリバーの魔力は発展途上。私たちに比べればまだまだ未熟。
ですが信じたいんです。彼の特別な力。ルール遅いぞ。僕より黙ってんじゃないか。ちょっと引っ張るな。いいかてめえら。飛行艇団再始動だ。国なんて関係ねえ。ジャボーの野郎に好きにさせてんじゃねえぞ。皆さん大丈夫。この町には私がいます。ジャボーの脅威から守ってみせます。必ず。エンジンの構造がこうだからと。 頭痛くなってきた。まったくもう、触ってみりゃ一発なのにな。エグゼルプゲシキプリアンフコーコロ。人々の心を譲り受け、与えるもの、悲しみの世を救うべし。あなたのことよ。あなたのおかげで、みんなが救われたの。みんなの心が救われたの。母さん嬉しいのよ、オリバー。 オリバーがくれた贈り物のおかげなんだよ。僕がみんなをありがとう、心。うん、いいよ。僕、行かなきゃ。みんなのところに行かなきゃ。うん、オリバー、これがね、 Оливер, чат уплыл, да? Чистота сердца Оливера вернула рассветному лучу его истинную силу. Рассветный луч легендарного волшебника, использую. Ну да, 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 это мы знаем.私たちだけじゃダメなの。戯れの時間はおしまいです。そう、もうおしまいだ。何？オリバー。グラディオン。ごめん、みんな遅くなった。オリバー。 Авада Кедавра, сучара! Да! Ща будет тебе. Блин, он нам сейчас, мне кажется, размотает на самом деле. Ну давай, от своего лица. О, не, он тряпочный, что-то у него хпшка отваливается. Прям от любого чихну. Здесь специально так сделали, чтобы после таких символичных катсцен ты не мог проиграть, мне кажется, да? Ой, ой. Ой, больно, слушай. Ой, я не успела. Ну да, 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 чтоб ты не смог проиграть вообще точно, но он помер, да. Тысячи нормально. Провокашка у нас была же. Ой, ну куда там эта провокашка, господи. Не впихивается уже. Карусель, честно говоря, что не пользую, не использую. Ну, пускай это так. Вообще не надо было учить, наверное, это. Ну ладно. Оливер, ты в порядке? Пропы вы не сможете на этом этапе прохождения угадать, не мучайтесь. Ну, что-то все портишь.
Я тебя спрашивала, смогу я угадать или нет. Я вообще что-нибудь спрашивала. Не надо такие вещи писать, очень раздражает. Оливер, ты в порядке? Я, у меня все хорошо. Хорошо? Ну, полагаю, после такого сна у тебя просто обязано быть все хорошо. Вы, наверное, волновались, извините. Да, забудь об этом, лучше расскажи, что с тобой случилось. Я все выяснил. Я узнал правду. Дайте красивую заставку. Ну ладно. Да ладно, хочешь сказать, великий мудрец Алисия была твоей... Она была твоей мамой? Да, те воспоминания, которые я видел, думаю, они были настоящими. Эти воспоминания были о тех событиях, о которых знали только мы с мамой. Но я сумел вернуться, благодаря Пэе, благодаря всем вам. То, что сказала тебе Пэя, правда? Все через что-то прошел, это все было не зря. Точно. Но мне очень интересно, кто же такая Пэя, откуда она? Подождите-ка минутку, только не говорит, что Пэя это Алисия и все такое. Хнык такой. Не, это не так. По крайней мере, я так не думаю. Ну, она уж точно необычная маленькая девочка. То заклинание, которым ты сейчас воспользовался, ты же узнал его от нее, так? Да, это заклинание поможет нам наконец победить Шадара. Во всем крайнем случае, я так думаю и верю в это. Хнык равно чат. А он частенько, да, выступает как будто бы в роли игрока. Это магия самого сердца. Рассветный луч. Так что, выходит, мы все-таки посетим замок Шадара? Да, мы должны закончить начатое. Вот это я понимаю. Тогда пошли, а? Береги Шадар, мы идем. Пора отправиться в никогда. Так, ну сперва, прежде чем отправиться... У меня, кстати, есть побочки. Три на убийство всяких чудовищ. Может быть, имеет смысл их сейчас быстренько сделать. Вот, на юге зимней страны чудес. Зимние острова, могучий монстр на зимних островах вызывает схождение лавин. Слушай, а... 36-го, блин, как долго. Можем сметнуться туда? Убить, получить опыт. Штучки. Мы посетим замок Шадара, звучало как... А когда мы будем в Париже? Мы посетим Лувр. Да, кстати, был такой момент прям. Как на достопримечательность, знаешь. Ой, мы поднимемся на Эйфелеву башню, да? У-у-у. Это странненько звучало. Так, ладно, где там кого надо убить? Вон он, да? Пойдем убивать! Та-да-да! Та-да-да-да!